мои дорогие, с вами Оксана, и сегодня я предлагаю вам продолжить разговор на тему ухода за кожей вокруг глаз. Тем, кому тема интересна, оставайтесь, тем, кто впервые на моем канале, присоединяйтесь. Итак, начнем. На это видео меня вдохновила Марина Ягодка, ник у нее такой, которая в комментариях порекомендовала мне попробовать использовать крем в уходе за кожей вокруг глаз вечер. Я, конечно, девушка любопытная. Крем этот я прикупила, тем более цена очень-таки бюджетная. И могу сказать, меня сразу же привлек состав этого крема, на что я очень отреагировала так с удивлением, потому что вроде такой невзрачный крем за такую бюджетную цену. И как бы состав замечательный. В его состав входит экстракт петрушки, витамины А и Е, пчелиный воск, ланолин и растительное масло. То есть все даже по отдельности благотворно будет влиять на кожу вокруг глаз. Смягчает, питает, увлажняет, разглаживает. В общем, все, что нужно для крема. Да, туба это 41 грамм, цена его в районе 40-50 рублей. В общем, бюджетнее даже не бывает. И что я для себя открыла? Пользовалась я и отдельно этим кремом неделю пользовалась. И потом поняла, что в сочетании с блефарогелем это просто бомба ухода за кожей вокруг глаз. Тем девчонкам, кто предыдущие видео мои не видел на тему блефарогеля, где я рассказываю, а именно вот об этом аптечном средстве, вкратце скажу, что блефарогель в состав главным ингредиентом выступает гиалуроновая кислота. То есть гиалуроновая кислота, если входит в состав крема, то, соответственно, цена этого крема очень дорогая. Как говорится, зачем платить больше, когда можно купить в аптеке блефарогель, ту же самую гиалуроновую кислоту, и, как говорится, с успехом пользоваться. И я поняла, что вот сочетание вот этих вот двух средств, это просто прекрасно. Присмотрите, девчонки. Да, мне, кстати, в комментариях писали по поводу блефарогеля, то, что он подсушивает кожу. Да, я согласна, если есть склонность к сухости кожи, то блефарогель будет ее подсушивать. И именно смягчив и увлажнив вот этим кремом вечер, как бы вот этот вот подсушивающий эффект, он исчезает. Я пробовала наносить сначала блефарогель, потом, когда он через минуту впитается, на него наносить вот крем вечер. Прекрасное средство, замечательно. Еще раз спасибо, Мариночка. Ну и вот, как говорится, в копилку моих секретов попал и этот бюджетный, эффективный, доступный крем. Девчонки, присмотритесь. На этом все, мои дорогие. С вами была Оксана. Пока-пока.